Сегодня кировским полицейским представили нового руководителя областного управления МВД. Его возглавил генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников. До этого он занимал руководящие посты в Южном федеральном округе. Все подробности у Кирилла Алькова. Назначен генерал-лейтенанта полиции Солодовникова Сергея Александровича начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области. Генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников родился в подмосковном городе Жуковске, имеет два высших образования, в том числе диплом Московского университета МВД России. В органах внутренних дел с 1988 года начинал с должности оперуполномоченного угрозыска с обычного оперативника. С 2005 года работал заместителем начальника МВД России по Южному федеральному округу. Ветеран боевых действий, лично принимал участие в спецоперациях на Северном Кавказе. Награжден орденом мужества, медалью ордена «Заслуги перед Отечеством второй степени». Вторая составляющая его карьеры – научная деятельность. Сергей Солодовников – доктор юридических наук, профессор, автор 50 научных работ. Человек многогранный и, судя по высказываниям, очень требовательный к себе и своим подчиненным. Все мои отношения с офицерами УМВД Кировской области будут определены только вашими делами и поступками. Если я сам совершу какую-либо ошибку, а не простительных ошибок, я не совершаю, то я уверяю вас, я очень быстро ее исправлю. Поздравить с назначением нового главы ведомства пришли представители региональной власти, руководители федеральных структур, ветераны МВД и представители общественного совета. Я вам желаю успехов на этой высокой должности, чтобы преступность в Кировской области снижалась как можно быстрыми темпами, чтобы работники полиции были окружены заботой и вниманием и для них создавали все условия для плодотворной работы. Переименование в полицию – это тоже достаточно символично. Полисмен, мы уже говорили об этом, это человек города. Он не только защищает интересы города и горожан, и жителей, но и достойно представляет общество. Помимо главного события, на совещании с участием всех руководителей регионального ведомства собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества органов полиции с общественностью и представителями СМИ. Много говорили о налаживании каналов обратной связи. В случае нарушения со стороны сотрудников органов внутренних дел должны быть обсуждены и им должна быть дана принципиальная оценка. Самая беспристрастная и принципиальная оценка. И о всех таких нарушениях мы должны и обязаны информировать общество. Отдельной темой стало обсуждение итогов реформы полиции, которая, по словам замминистра, еще в стадии становления. Затронули вопрос и о статусе ветеранских организаций. Они в ближайшем будущем могут получить дополнительные полномочия. Кирилл Альков, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.